Я буду как нейтральная сторона следить за порядком, блядь. Гарант ваш. Я тоже присматриваю. Видосики его смотрю. А я всегда все обсираюсь. Че? О, есть. Да, сэр. Ставить дизлайки постоянно. У тебя очень аккуратно подстриженная оборотка. К барберу ходи. Усики, усики, зацени усики новенькие, блядь. Они божественные. Они божественные. Нет, 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 это лично, это как трусы. Они что-то как у всех. Презерватив. Старенький стал. Так, нам идти вот рано еще. Паша, вот у меня уси. Видите? Доходим туда и сами сбоку. А есть нету покоя. Смотри. Посмотри у нас на это самое, на нашего. Где он у нас находится? Эдик. Что? Кто? Да тут я. Иди сюда. Посмотри, азербайджане. Мандарины продает, а ты слышишь? Пират, как ты сам? Летит, такая себе про. А где Урал такой же? Какой? Где Урал? Не, я с усиками, ты че? Где Урал? С тобой стоит с усами. Нет! Это не то, у меня должны быть такие большие. У тебя нет таких больших, у тебя вот то же самое, что у Паши. А, да? Вот. Блять, они... То же самое, что у Хаммера. Бисы нас наебали. Там это, в редакторе, где профиль меняешь, там можно усы такие накладные сделать здоровые, как у Карабаса-Барабаса, я тебе говорю. Здоровые, вот, азербайджанцы. Кидалово. Не, это, блядь, а текстура, тебя... текстура лица. А там накладные, понял, такие, блядь, как очки вешаются. Ну, не знаю, они не работают. На сервере на сервере отключено, может. О, Airborne. Division. Сэр, сэр, мне нужен гамбургер, сэр, или я не буду воевать там. Нет, туалетную бумагу просит. Вы гамбургер получите, если вы ликвидируете пару танков и... Окей, сэр. Мы вдали находимся от твоей позиции. Ни разу. Две штучки. Красавчик, бро. Стойте, я не взял ни хера. Когда я буду вводить морфин, я буду вспоминать именно тебя, брат. Честное слово. Смотри там, не увлекайся. Терметок, я же старый сайгонский наркоман, я без морфина не могу. Да у меня 17, блядь. А гранат-то последний. F1? Принято, если мы пойдем. Все, начинаем движение за мной. Все, вперед. Вперед, вперед, вперед. Строимся, строимся. Все, парни, повеселились, игра началась, посерьезу все. Да, все, строимся, строимся. Вы там строитесь, не? Уже построились, построились. Все, отлично, молодцы. О, все, мы пришли. Натоптал там. Ща, нам еще на запад надо пройти. Нет, еще дальше. Не, на западе. Справа видел ящики, может быть, кстати, с оружием, нет? Нет, там нет, нет ничего. Тут какой-то копчик подкапывали. Так, в принципе, пришли. Надо просто расти. Я думаю, можно пулемет сюда поставить. Вот так вот. Здесь раз и от фугаса открытие. И это говно должно защитить нас от фугаса. Хаммер, найди себе где-нибудь мечку спереди. Санта, я боюсь, не страшно за тебя. И Белогор тоже найди себе вместе с Хаммером там мечку. Все, ладно. Даже команда. Командор сейчас всех расставит. Вот можешь за Ханамак спрятаться. Белогор, видишь? Санта. Подожди, сейчас меня командир расставит. Но тебе, по-моему, пизда 10 танка нахуй. Если приедет. Нет, яр... танки с нашей стороны не пойдут. А, тогда все, заебись. Они вот максимум с той стороны поедут. Сейчас как босс скажет, куда сесть я. Где босс? Босс? Что, что, что? Вон, мне вон, куда сесть? Рядовому Джонсону окей, куда Урал, сесть? Оставайся под бревнами. Принял, все. Это мои позиции. Термиток. Может ты одному из стрелков бинокль отдашь, чтобы корректировать пулемет? Урал, если мой пулемет... Да я думаю отсюда не так легко, я сам буду корректировать. Я подберу его и продолжу строчить. Нет, надо прийти, проверить, поднять бойца. Ну дружище, ну ты чё, ну 8 лет на душу, ну ты чё? Естественно, я проверю тебя. Если что, я за тебя отомщу, блядь. Холодно. Булет займи этот окопчик. Правее, который. Оу! А ты в кого стрелял? Я не знаю, куда он стреляет. Принял! Где противник, Сандыч? Где противник?
Да блять. Это что такое было? Охренеть. Поставь на крикет, я не слышу нихуя. Поставь на крикет, я тебя не слышу. Это что был? Раш по центру, да? Понял. С-300 ушла, блядь. Слушай, мне кажется, полезут напрямки на нас, прям с севера. Блять, стоп пудов. Смотри, север, Санта. Да. Не, Лан Джон, пусть пока он тут останется. За мной, давай. Джон, пусть пока Санта здесь останется. Потому что они могут отсюда попереть. А, с севера пойдут. Если что, по центру, отсюда тоже можно стоять по центру. А что эти стрелки наши? Ну, тоже будет как-то помогать. Если что, сам потом сместим. Вижу движение впереди на севере, блядь, за поваленным деревом. На краю леса. Где, где? Да наш, не наш. Свой. Блядь. Ёбаный в рот. Это там свои, да, сидят? Понял, все. Да. Я не убил их? Не. Живой, да, махает, все видно. Фу, нахуй. Я только голову увидел, блядь. Меня уговаривать не надо, мне вижу цели, я работаю. Все, туда не стреляю. Давай мы. Из твоих не хлопнут. Я надеюсь, они отступят. Ну или отступят. Слышу движок. Справа от дыма еще глубже в лесу. А, на нас едет, на нас, ребят, Санс. Прям на нас едет движок с леса, блядь. Остановился. Не слышите, да? Угу. Пехоту усаживают. Опять начал движение. Саныч, говорят, на стрелка можно выбить, блядь, там. Если что, стрелка ебашь. Блядь. Посмотрю слева тебя еще край леса. Ну хуево видно, если что. Нету этих сторонних звуков, там птиц всякой хуйни, то есть, ну, присутствия природы нету. Нету компаса. Ориентир есть какой-нибудь? Вот там пока зырку вам. Понял, все. В стране. Принял. Да, увидел. Блять, он стреляет, сука. Блять, по деревьям ебашит. Блять. Осколки, осколки, аккуратно. Пока едет, стрелять не может.
блядь, нашего гранатом закидали, который впереди сидел. Пять, шесть, 11 магазинов осталось. Атмосфера боя зашкаливает. Никого не видно, нам все ебашит. Человек у соседей стреляет. Магазины отстреливают. Вон там Женя. Десять магазинов осталось. Понял. Молчат Санта слева, блядь, а там... Где свой был? Да, 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 ниже, ниже, да, вот в этой елке, сука, полз. А там вас завалил! А ты живой? Живой. Живой. Одного я окочурил нахуй. Под елочкой поймал, бля. По мне, бля! Живой! Где ты, подонок? А, вот он, вижу. Сандрич проползает слева, где наш сидел, слева уползут. Под елками много. Да-да-да-да-да, вот он бежит, блядь! Сейчас бежит там, где наш сидел. Снял дымового, блядь. Они дымы раскидали, снял дымового. Задымлятеля, блядь. Твоя пошла в дымы, блядь. Чё она пошла? Гранаты в дым. Санта, гранаты кидай в дым. Понял.